Привет всем! Сегодня у нас на обзоре Nice Press Cafe. Ранее уже снимал обзор, сравнил, насколько все поменялось, насколько стало хуже или лучше. Меню у них электронное, поэтому вам не покажу. Можете ознакомиться на сайте. Взял Филадельфию за 200 рублей, 6 штучек. Рыба видна. В целом размер средний, небольшой и не маленький. Заценим по вкусу ее. Сыр вкусный, рыба практически не чувствуется, в целом неплохо, но, конечно, не мало, по вкусу 6 из 10. Посмотрим, что у нас там в яме. Видим две креветки, кальмар, грибочки, а также зелень. Цвет странный, конечно, у самой жидкости, давайте ее заценим по вкусу. Хоть и по цвету странный, но по вкусу неплохой там я. В меру остренький. Конечно, вместо лука я хотел бы видеть кинзу. По вкусу 7 из 10. Хочу подметить, что в прошлый раз, когда я был, по-моему, лимон или лайм был в комплекте. Сейчас же, если хотите лайм, то за это можно доплатить 50 рублей. Также немножко, по-моему, поменялась концепция. В прошлый раз было все время по 200 рублей. Сейчас вечернее время 250 рублей. Такой клюквенный морс, литр на 200 рублей. По вкусу очень слабенько, как будто разбавили водой. По вкусу 2 из 10. Такая пицца с ветчиной и грибами, тоже за 200 рублей. Выглядит очень аппетитно. Тесто максимально тонкое. Немного пресновато, я добавил бы какого-нибудь розмарина или базилика. А так, в целом, здесь, конечно, топ, по вкусу 6 из 10. Салат с угрём, салатом, кунжутом и помидорами. Вот такие вот роллы. Уже попробовал один. Внешне, то ли тунец, то ли какая-то интересная соус. В общем, сильно не разберешь. По вкусу 8 из 10. Вот такие три сушилки стоят 200 рублей. Давайте заценим по вкусу. Сами сушилки сочные, но рыба очень слабо ощущается. По вкусу 6 из 10. Вот такой вот стейк с каким-то соусом. Попробую сам стейк. Сочный, вкусный и с соусом. Тоже интересный, с небольшой кислинкой. По вкусу 9 из 10. Подведем итог по заведению. Заведение хуже не стало, меню стало немножко другое, но в целом позиций также много. Довольно быстрая подача. Единственный минус, на чай оставить очень проблемно, потому что когда ты выбираешь оставить на чай, выбирать нужно каждое имя, а вас обслуживает большое количество людей. Я бы на вашем месте заведения сделал бы либо на официанта, либо сделал бы общую сумму, где потом бы распределялась в конце дня. Оценка моего заведения 10 из 10. Спасибо за просмотр. Всем пока.